хоть продолжение, как альтернативное такое, знаешь, не за 150 миллионов с дерьмовыми спецэффектами, а такое дешевое. Вот у кого-то на форуме, где я читал отзывы про нового Терминатора, была классная идея снять про детектива, который типа из первой части расследует вот эту стрельбу в полицейском участке, выходит на след этого Терминатора и так далее. Ну, то есть какая-то альтернативная ситуация, чтобы все это было довольно так недорого, тоже нуарно, и чтобы триллер такой, там и робот вот этот опять